Итак, всем привет! В этом видео мы поговорим про iPhone SE второго поколения или iPhone SE 2020. Целесообразна ли данная покупка и сравним с другими моделями iPhone. Как я считаю, покупка целесообразна. Почему? Я так считаю. Давайте зайдем на сайт Apple. iPhone 11 Pro и посмотрим. Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Здесь процессор Apple A13. 64 гигабайта от $1000. 256 от $1149. Почему я считаю, что покупка целесообразна? Потому что вы получаете за $700, по крайней мере, в Беларуси. У меня в Беларуси за $700, вот я предзаказал себе вот эту вот модель. Вы получаете флагманское железо. Флагманское железо и функции, которые есть в старших моделях iPhone. Кто-то скажет, что лучше купить iPhone 8. Да, может быть лучше, но вы посмотрите. Здесь Apple A13 Bionic. Здесь размеры iPhone 8, корпус также от iPhone 8. Камера здесь от iPhone XR за $700. Хорошо, посмотрим iPhone 8. Тут его, наверное, и нету. Ладно, откроем iPhone 8 Plus. 64 за $700. Но вы получаете Apple A11. То есть, грубо говоря, целесообразная покупка iPhone SE, вот российские цены у нас, стартует от 39 990 рублей. То есть, вот российские цены. Вы, если вы хотите маленький смартфон с кнопкой Touch ID и с флагманским процессором, самым последним процессором на данный момент, то целесообразно купить iPhone SE второго поколения. Тут дело вкуса. Кто-то говорит, купить лучше iPhone 10R. Хорошо, пойдем посмотрим. iPhone 10R. Ну, во-первых, он дороже на 10 тысяч. Вы получите только максимум 128 гигабайт накопителя за 54 тысячи рублей. Также здесь стоит Apple A12 Bionic. Процессор прошлого поколения. Какой я могу из этого сделать вывод? Если вы хотите компактный телефон с кнопкой Touch ID, но с флагманским железом, стоит взять iPhone SE второго поколения. 128 гигабайт iPhone 10R за 54 тысячи. А здесь вы получаете 256 за эти же деньги. И плюс флагманский процессор, который на голову выше, чем процессор A12. Я лично себе предзаказал по белорусским ценам вот эту модель. В продаже она 8 мая на территории Республики Беларусь. Как только придет телефон, мы с вами сделаем распаковку, первое впечатление, а потом сделаем полноформатный обзор данной модели. Я похожу с ним 2 недели, а потом запишу видео на канал, полноформатный обзор. Обсудим все, помимо процессора, все, что там есть. Вот такое вот видео. Решайте сами, переплачивать или нет, но я бы порекомендовал взять эту модель. Если человеку хочется маленький телефон, но
с мощным железом, берите вот эту модель. Есть люди, у которых не было iPhone 8 даже, вот как я. Говорят, старый дизайн. Да наплевать. Для меня-то он новый. У меня был iPhone 6s Plus и iPhone 7. А iPhone со стеклянной задней крышкой не было. То есть для кого-то дизайн новый. Понимаете? И я все-таки и вам советую тоже рассмотреть эту модель. Вы ничего не теряете, купив этот телефон. Вот такое вот видео. Прошу, не закидывайте меня камнями. Это сугубо мое личное мнение, которым я решил поделиться. Соотношение выгоды от покупки и от желания пользователя. Спасибо, что смотрели. Приедет ко мне телефон, мы его распакуем и сделаем полноформатный обзор. Роликов будет, ну, 3 штуки. Этот и еще 2. Спасибо за внимание. Вы были на канале Про Hackintosh. Увидимся в следующих роликах.